С самого начала Великой Отечественной войны и до наших дней Самарский мехзавод – ведущее оборонное предприятие страны. В 40-е годы здесь собрали 20 тысяч бронекорпусов штурмовика Ил-2. А сегодня ПАО «Салют» входит в госкорпорацию «Тактические ракетные вооружения». И символично, что к 75-летию на мехзаводе открыт новый производственный участок. Завод сегодня выполняет очень важную государственную задачу в рамках гособоронзаказа, в чем делает изделия, которые исключительно важны. Завод модернизируется, развивается. Перед коллективом ставит такую задачу страна, Министерство обороны прежде всего, в течение ближайших 3-4 лет еще удвоить объемы производства. Большая часть продукции выпускается под грифом «секретно». Это комплектующие для главных предприятий корпорации, а также изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. Теперь это уже не тот мехзавод, что был в советские годы. Сегодня здесь повсюду станки с числовым программным управлением. Производство отвечает самым высоким стандартам качества. Здесь непосредственно уже автоматика идет. То есть необходимо оператору вбить программу, нажать на кнопку, а дальше компьютер и техника сама производит деталь. Запуск нового производственного комплекса потребовал 800 миллионов рублей капиталовложений. Обновление проходит по федеральной программе развития оборонно-промышленного комплекса России. Было установлено 50 единиц технологического оборудования, будет создано 250 квалифицированных рабочих мест. Качественно. Всех выше, всех дальше и всех глубже. Все эти направления сегодня в наших руках. И мы не должны подвести ни страну, ни область, не нас самих. Самарскому мехзаводу ПАО «Салют» 75 лет. Официальная дата 25 декабря. И в год юбилея предприятие стало одним из первых обладателей почетных регалий «Город трудовой и боевой славы». Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.